требования к потенциальным новым сотрудникам, наличие высшего образования уровня бакалавриат, специалитет магистратура, по специальности таможенное дело, а также специальностям экономического и юридического направлений. Собеседование проводится в рабочие дни с 9 до 12 часов по адресу: город Луганск, улица Херсонская, 7Е. При себе иметь оформленное резюме и документ, удостоверяющий личность. Также резюме можно направить на электронный адрес, который вы видите на экране.